Тоже она, в общем-то, бегать особенно-то не любит. Она любит играть очень мощно, выигрывать одним-двумя ударами. Вот сейчас она попытается это сделать и сделала. Очень хорошо. Ну, у нее чисто поставленная игра. Да. Мощно очень играли. Ну, в такой, конечно, игре даже такую, в общем-то, наверное, сильную теннисистку с мощными ударами. Сирена вот такую мощную игру легко поддерживает. Она да, не это не очень. Да. Да. Знаете, у Павлюченкова проблемы во втором сете. 0-2 она проигрывает. Да, не собирается сдаваться, посмотрите, как на приеме. Да, вторую подачу. Вот, наконец-то ее отключили. Она раздражала всех абсолютно. Ладно. Очень хорошо развивает атаку. И вот первый укороченный, причем как был выполнен, да, мяч коснулся троса сетки и перелетел. Не может никак сконцентрироваться на борьбе. Это очень непросто, вот, втянуться в настоящую борьбу. А Раван хорошая на форме. Сирена вообще занимает 25-ю позицию сейчас в мире. Попала, точно. Ну, подбросила мяч. Очень удобно было Ризаи бить. Как-то активнее играет. Вы знаете, вот у Сирены пока ни одного выхода вперед не было. Вот так вот чистенько. Да, одни ошибки. Одни ошибки, как начинала, так и завершила этот гейм. И 2-2. Может предложить Винус Сирене такую игру, которая ей, в общем-то, очень удобна. Да, Риза играет мощно, играет резко и сильно. Ой, как повезло. Ой, как повезло. Все, мяч-то летел на ракетку Сирене. Испытание. Да, вот касание сетки как бы не фиксируется. И опытные теннисисты, не молодые, они как не могли к этому привыкнуть. Это некий элемент консерватизма в этих правилах теннисных со всеми этими счетами 15, 30, 40. Но вот... Попала! Попала в корт! Посмотрите, как сыграла Сирена. Молодец, потеря, что она на это нужно, наверное, натренировала себя не реагировать. Ох, попала вот на этот раз точно, а сыграла. В игре против Дьяченко повела во втором сете 3-1, проиграв первую партию. Сирена набила мяч по 15. Сегодня на 15-м корте два прямо российских такая площадка. Только что Вера Душина.
Да, на грани фола была вторая подача. Такую большую паузу сделала, потому что стало ветрено. Такой порыв ветра был. Ну и вот Резаи допустила последнюю ошибку в этой партии. Жанкович с Мартинес Санчес. Да, ну а что касается Родика, он играет на первом корте, это второй после центрального по значимости, по вместимости корта. Родик выиграл первую сет у Бека со счетом 6-4. 1-0 он выиграл по сету. Ох, как хорошо. Настолько косо, что ну никаких шансов нет. Это стало модно в теннисном мире. А вот у Винус, у нее золотые. Ну, неправильно выбрала. Неправильно. Она же видела, что Резаи сделала туда шаг. Ну, изменить направление. Ух, опять попала. Еще одна. Посмотрите, как косо она подает. Она же подает уходить. Еще раз такая же подача. Ну, вот видите, какая она набитая, да? Ну, видимо, она... Когда... Ну, даже успела сделать паузу, и гейм все-таки выиграла. Это не то, что в начале, да, матча? Когда... Не так. Ну, а как, Анна Владимировна, по вашему мнению, кто же все-таки такой серьезный будет соперник для Сирены? Соперница за соперницей. И не думай дальше. Там же вот у Сирены рядом находится очень интересная пара. Не бывает такого, да? Два раза снаряд в одну и ту же точку не попадает. Попала. Попала, да. Неплохой удар был. 30-15. Интересную борьбу. Если вот Резаи будет таким образом действовать. Вот видите. 15-40. Двойная. Да, в какой момент? Да, и вот да, проиграла гейм. Заволновалась Сирена. Мы немцы какие-то к ним приезжали. Да, шведы же здесь были. Да. В большом количестве. Что не помогает, вот что делать. Что немножко растеряла Сирена. Вы знаете, ничего у нее не получается. А Резаи, наоборот, воспряла. И вот она ведет в гейме. Действовала. Ой, завизжала сирена, да, она проиграла не только мяч, но и сет весь. Вторую партию уступила сирена со счетом 3-6, так что абсолютное равенство. Вот я заговорила Дель Потро, потому что это... Продолжает сопротивляться, и сейчас равновесие. Ну, подумайте, какая молодец все-таки сирена в такие важные... 40-30. Ну, набросила, в общем-то, легко было. А у нее... Это очень здорово. Это вот такая наигранная комбинация. 30-0. Давиденко, Южный вышел с Монако играть. Но его не покажем. Не покажем, не сможем. Все-таки свою подачу, может быть, будет держать. Ох, как здорово, да, 15-0. Ну, а тем временем и Катя Бондаренко. Как загоняла бедную сирену, а? И почему-то на ракетку сыграла. Ну это вот это что-то вообще. Все уже было. Ну зачем надо было? Куда хочешь, только вот не туда. Куда угодно. Посмотрите еще раз. Ну весь рекорд пустой, абсолютно. Сирена стоит в углу. Даже не ожидала такого подарка. Да. Даже рухнула. Ну, на радость. Ничего себе. На радостях.
да. Рушилась она на пол. Ах, как здорово показывает. Да. Борьбы никакой нет. 4-1 и 0-40 уже счет. И ничего не получается. Под 0 проиграл этот гейм Резаи. Так что 5-1 и подача. Пустил самый неприятный момент. И пришел, опять все хорошо. Ну, вот Дина, на Умблдоне сосиски не едят. А он держал. Ну что ж, все близится к тому, что Серена Уильямс преодолеет. Да не, это давалось совсем немногим. И так и останется в списке пока, во всяком случае, до будущего. Она вписана как наиболее неудачливая чемпионка, которая не сумела не только защитить свой титул, но и пройти первый тур. Серена же одерживает победу 6-3-3-6-6-1 и идет дальше. А дальше у нее Симона Халеп из Румынии. Ну, теннисистка, которая сегодня показала, что она в хорошей форме, и прогулочным матчем встречи с Сиреной Уильямс у Сирены Уильямс второй круг не станет. Не станет. Вот Сирена, как напряжение какое. Понимаете, она не может успокоиться. Так она наволновалась-то. Эти плачет. Плачет, потому что... От счастья, да?